Я с удовольствием приглашаю на сцену преподавателя Шанхайского педагогического университета Ивана Бородулина. Перед тем, как он споет романс к Молли на стихи кукольника, я хотел бы зачитать маленький-маленький абзац его письма Маркевичу от 20 сентября 1838 года. «Принужден изобретать средства для добывания денег, чтобы мочь существовать в нашем Петербурге. Нередко грущу и задумываюсь, помышляя, что вынужден употреблять бедную музу средством к существованию. У меня переделки, и я живу на бивуаках, что немало мешает мне работать. К тому же на руках процесс, певческий корпус, где в непродолжительном времени начну преподавать генерал-бас и множество житейских обязанностей, которые не дают мне вздохнуть. К морю!»